Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1380. События дня. Евангелие от Иоанна 5:39. Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную. А они свидетельствуют о мне. За 26 сентября 2019 года. Обращение. Курсором притормаживайте, чтобы прочитать. Плохо видать, видно, мелкий шрифт. Так о крымском священнике.
В общем, обыкновенный день. Володя пас до обеда. Позвонила Людмила из больницы. Попросила. Пас. А я на старую кузницу, фундамент, который мы нашли там развалины. Деревья попилили внутри. И сучки, и все нужно было сложить в кучи отдельно. Этим занимался. Таскал. Все. А после обеда вместе на огородчике, бывшем лагерном. Все повалилось, сгнило. И... Ну и как делали? Там малина, все заросло. И натянута была там между проволока столбами. А там вся она давно уже заросла. Проволока не вверху, а на земле. Ну, все размонтировал. Сфотографировал. Отражение в пруду. И в это время звонок от Леонтьева Алексея Лаврентьевича, бульдозериста. Я даже и не понял, что он уже в Потеряевке, что трал придет. Я говорю, ну, зайти можно ли туда в комнату? Он такой скромница. А когда узнали, ну, давай, там он Алексею позвонили, Устинову, пришел. Бульдозер надо водой залить. И трал пришел уже ночью. В темноте не видно. И света-то у него нету сзади. Он попросил меня спросить у Игоря, может быть, посветит как-то. Я пошел, а они... Игорь Барабаш с Терентьевым сыном возятся в машине. Там подсветка у них. Я сказал, он быстро на тракторе приехал, поставил трактор и светил. Как погрузка шла. Это тоже мы, я заснял. Натрал. Ну, ехали. Я утром даю в ночи. Сейчас 2 часа. Не знаю, как они доехали. И все. Такая встреча была, как будто родные. И он говорит, я все равно приду к вам. Ну, вот Бога-то не верю. Я стал говорить ему, Алексею. И вот так прошел наш насыщенный, прекрасный день. И на этом у нас получается все. Тут еще я капкан ставил, кротика маленький. Но столько же этих кучек как-то разобрать. А он землей задавливает, и абсолютно невозможно поймать. 2 раза ставил, и вся бесполезно. Он маленький, надо банку все-таки 3-литровую ставить. И опять глубоко копать, и время это, не знаю. А вот все, помидоры грызет, морковку подряд все. Вредитель очень большой. Все.